Другим темам. Сегодня в Кунгуре стартовал ежегодный конкурс среди преподавателей. Уже завтра конкурсанты начнут давать открытые уроки перед жюри. Всего на участие в этом году заявилось 20 человек. В номинациях «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего звена», «Преподаватель коррекционных классов» и «Педагог дополнительного образования». По традиции церемонию открывает глава города, для которой этот день вдвойне особенный, ведь сегодня у градоначальника день рождения. Однако это не мешает Ларисе Елтышевой достойно встретить лучших учителей города. Уважаемые педагоги, перед вами стоят большие задачи, потому что именно вы учите наших детей трудиться, быть ответственными перед семьей и в целом перед обществом. В этом году среди конкурсантов всего один мужчина – Александр Логинов. В конкурсе участвует впервые и уже завтра вместе с другими участниками представит свой урок на суд жюри. Школа должна выпускать защитника Отечества. И вот основы-то вот этого мы в школе должны формировать. То есть в армию он уже должен прийти с осознанным чувством долга. Он должен понимать, что это святая обязанность – защищать свою страну, свое Отечество. Ну вот… В этом я вижу главную нашу задачу педагогов. Для участников конкурс событие волнительное, ведь учитель года – это испытание, в котором необходимо проявить все свои сильные стороны. Кто станет победителем в этой нелегкой борьбе, узнаем 19 февраля.